Если хочешь иметь приятный досуг, не теряй времени даром. Здравствуйте, с вами Юлия Чернеева. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях на ближайшие дни. В эту субботу, 17 июня, не пропустите невероятный праздник ярких красок, ароматов и хорошего настроения. В парке культуры и отдыха «Дружба» состоится фестиваль цветов. Порадовать свой взор можно будет, начиная с 10 утра. В программе фестиваля конкурс на лучший детский костюм, выставка продажи цветов, мастер-классы по живописи и плетению из лозы, выступления уличных артистов и музыкантов, а также живописный ландшафт и флористические композиции на тему «Городские цветы». Участвуют они, кстати, в открытом конкурсе ландшафтных дизайнеров. Парк «Дружба». Начало фестиваля цветов в 10 утра. Следующая новость заинтересует всех самарских киноманов. Наконец-то вновь заработал кинотеатр под открытым небом в загородном парке. Площадка располагается недалеко от скульптуры, посвященной семье. Все лето в кинотеатре каждый вечер при хорошей погоде будут проходить кинопоказы. Начало сеансов в 21:30. В эту субботу смотрите комедию «Мы Миллеры», а в воскресенье «Копы в юбках». Ограничение по возрасту 16+. Не забудьте захватить средства от комаров, пледы и приятную компанию. В воскресенье предлагаем всей семьей отправиться за город, принять участие в этноисторическом фестивале «Битва Тимура и Тохтамыша». Фестиваль состоится в памятном месте, где именно 18 июня 1391 года произошло одно из крупнейших сражений Средневековья – битва двух великих полководцев – Тимура и Тохтамыша. Эта трехдневная битва решила судьбу Руси, нанеся смертельный удар по Золотой Орде и избавив наших предков от бремени 300-летнего ига. Итак, в программе фестиваля военно-исторические игры, состязания ратников, ярмарка ремесленников и бесплатные мастер-классы, гончар, кузнец, лозоплетение, волоковаляние, изготовление гуслей и прочее-прочее, а также стрельба из лука, арбалета, катание на лошадях, музейный шатер, концертная программа. Место проведения – Красноярский район, село Старый Буян, загородная база «Ратибор». Вход свободный. На сегодня все. Хороших вам выходных и отличного настроения!